Алексей Козлов представляет. Я завершаю свой показ видеосюжетов, снятых на пароходе в 1987 году. На этот раз вы увидите выступление «Арсенала» в том составе, который соответствовал этому периоду. Куда помимо меня входили Игорь Джавадзаде и Андрей Денисов, а также и новые для вас участники – это гитарист Иван Смирнов и бас-гитарист Анатолий Куликов. Сейчас прозвучит моя композиция «Зависть», посвященная писателю Юрию Олеше. Кроме этого, здесь можно увидеть не только музыкантов, но и многочисленных гостей, приглашенных на это мероприятие, понаблюдать, как они общались между собой, сидя в салоне или у стойки бара, а также увидеть замечательные ночные пейзажи, проплывавшие перед нами во время всего этого необычного рейса. Итак, в исполнении джаз-рок ансамбля «Арсенал» композиция «Зависть» памяти Юрия Олеши. Моторы! Всем внимание, моторы пошли! Thank you.